Сегодня в Чувашском государственном университете имени Ульянова чествовали лучших выпускников. Традиции торжественного приема у ректора уже 4 года. Эти ребята учились на отлично, преуспели в спорте и принимали активное участие в жизни университета. 100 лучших выпускников – своеобразная элита университета. Ежегодно ЧГУ выпускает более 1600 специалистов. Порядка 400 получают красные дипломы. У каждого немалый багаж знаний, приобретенных в ВУЗе, творческие, спортивные и научные достижения. Впереди у них новая жизнь, первая работа. По статистике, немало выпускников Чувашского госуниверситета трудоустраивается по специальности. В 2014 году ЧГУ исполняется 47 лет. И в этом году диплом о высшем образовании получил 100-тысячный выпускник. Им стал Илья Чернышов, магистр факультета энергетики и электротехники, стипендиат правительства Российской Федерации. Держите марку университета. Ведите себя так, чтобы не было стыдно, больно за вас. И я уверен, говорю это на всякий случай, потому что вы не подведете. Успехов вам в вашей жизни. Поздравляю тебя. Хочу пожелать здоровья всем нашим выпускникам, их родителям, их наставникам, бабушкам, дедушкам, родным и близким. Чтобы вы гордо могли говорить: я выпускник Чувашского государственного университета. Это звучит гордо.